Привет всем, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу снять видео про аромат от марки L'Erborario. Называется этот аромат Pa Pavero Suave. У меня Profumo, а есть еще Acqua di Profumo. По-моему, так. Acqua di Profumo. У меня Profumo, аромат стойкий, но я бы не сказала, что здесь сумасшедшая стойкость. В общем, средняя стойкость у меня, видите, сколько во флакончике. Я сегодня этот аромат купила за 2 евро. Это был магазин дискаунт, в общем. Ну, кто-то его поставил на продажу, видимо, кто-то устал от него и решил продать за 2 евро. Я думала, куплю, чтобы его разносить. Мне этого достаточно. То есть вот этой жидкости мне будет достаточно, чтобы понять, нужен он мне вообще в коллекции или нет. Даже если я его больше не захочу купить, я могу сохранить вот этот флакончик для коллекции. В общем, оставлю себе на память 2 капли. 2 евро это небольшие деньги, здесь 50 миллилитров. В общем, Made in Italia, Коробочки у меня нет на этот аромат, к сожалению. Сейчас мы нанесем на руку. В общем, я чувствую очень сильно алкоголь, спирт, но такой спирт специфический, как будто бы это настойка с красным маком. Хорошо ощущаю черноголовку, это такая нотка, которая есть в данном аромате, вот здесь присутствует вот эта нотка. Чувствую персик. Что еще я чувствую в этом аромате? Чувствую сирень. В общем, сейчас у нас еще прохладная погода. В общем, не тепло, прохладно. И он мне отдает забродившимися яблоками. Почему-то вот так. А летом он по-другому раскрывается. Очень красиво он раскрывается летом. Он такой опьяняющий, сексуальный, очень-очень даже ничего ароматик. 50 миллилитров в магазине L'Erborario стоит 27 евро. Я думаю, что цена довольно-таки приятная, доступная всем. Если вы будете в Италии, не проходите мимо этого аромата. Это самый красивый аромат из марки L'Erborario. Мне больше всего только вот этот нравится. Другие ароматы я пробовала, тестила, мне не понравились. Поэтому хотела сделать вот такое маленькое короткое видео сегодня. И наверное, на этом я буду заканчивать. Вот это видео. Хотя хочу вам сказать, когда выпущен был этот аромат, в 2011 году выпущен аромат, верхние нотки персик, мандарин и черноголовка, нотки сердца, розовые лепестки, артемизия, лилия, иланг-иланг, сирень, нероли, водяной жасмин и красный мак, ноты базы, сандал, мускус, пачули, ваниль и амбр, композиция аромата включает ноты жасмин, красный мак, артемизия и черноголовка. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока, я всех целую.